Залп, гаубичная батарея дает серьезный. Могу констатировать, волосы и одежда шевелятся даже на расстоянии 20-30 метров от установок. Но бояться выстрелов из этих 122-миллиметровых пушек не стоит. На Кузьминском полигоне проходят тренировки специального салютного дивизиона. Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии готовятся громогласно отпраздновать День Победы. Рядом с гаубицами Д-30 салютные пусковые установки 2А-30М. Огромная мортира позволяет запускать заряды 5 цветов – красного, зеленого, желтого, белого и голубого – на высоту 180 метров и больше. В общем, военные обещают, 9 мая в небе над Ростовом точно будет красиво. К слову, все участники артиллерийских расчетов – солдаты-срочники. И для каждого из них участие в праздничных мероприятиях Дня Победы – особая честь и ответственность. Никогда не думал, что стану артиллеристом, всегда рвался в разведку, попал сюда с распределительного пункта Уфы, с Башкортостана, сам буду. Служу уже больше 300 дней по срочной службе. Не просто стрельба, не какие там просто учения, а уже как-то священный праздник. Это просто не просто там, стрелять будем, салют пускать. В честь победы, в честь Дня Победы. В общем, вечером 9 мая выходите на улицу, слушайте внимательно и направляйте взгляд в небо. Артиллеристы ЮВО будут работать именно для вас. Иван Полехин, Руслан Камчиев, Первый Ростовский.